Ты уже знаешь. Ты готов? Да. Дистанция. Вот это в тот самый случай, первый прикол. Почему тот, кто живет рядом с школой, всегда опаздывает. И то, что все мастера показывают на учениках вроде бы, и мастер сам быстрый. Мы увеличиваем дистанцию. Потом, если кто увидит, скажет, в чем различие. Первый вариант. Хорошо, хорошо. Второй вариант. Дистанция та же, да? Прошел? Да. В чем была разница? В плече. Точнее. Первое. Я ему сообщил об этом. Да? Правильно? Да. На уровне подсознания вы уже видите, вы регулируете. Второе движение пошло с места. Учитывайте, что в большинстве случаев любые действия, которые будут совершаться, но они же не будут разные, правильно? То есть, если нужно... Первое действие всегда будет пропущено. Хотим мы того или нет. Вот. Движение будет вот. Легко, да? Я просто так сказал. Ты готов? Я не буду подсматривать. Хорошо. Это правильная оценка оперативной обстановки и ситуации, а не то, какие технические действия вы умеете применять. Вы можете знать дохренище приемов защиты. Вот, например, вот я руку поставил. Раз, два. Еще какой-то вариант можно. Два. Еще какой-то. Третий. Три. Еще придумаешь? Четыре. Шаг назад. Четыре! Четыре варианта. Это много или мало? Достаточно, это не мало. Да более чем достаточно, потому что из четырех вариантов на вот эту атаку он должен будет выбрать. Один. Прийти к нему, что его нужно делать, взять, реализовать. Но при этом у меня действие одно. Сколько вариантов про канал? Один. Еще более простой вариант. Не надо его трогать. Как работают шермачи. Он не видит просто. Все, он не увидит. Не надо его бить, не надо ничего делать. То есть да, можно попасть этих шлеп, но не поймешь, что происходит.